сегодня у нас 24 декабря. Мы опять заходим в центр. Звонок позвонили. Здесь Коля с Олегом. Сегодня на квадроцикле с ковшом помогали убирать. Колечка, я вас с Олегом снимаю. Не фото, видео. И там тоже. Лосяшки. Лосяшки с колокольчиками бегают. Так, полетели. Так, Васюшек посмотрели. Вон Олег нам как помог. Тут все расчистил, весь снег увез, весь выгреб. В места, где не может квадроцикл проехать, там волонтеры убирали. Вон лосяткам сегодня веток сколько нарезали. Приезжали замечательно родители с детишками. Вон, ребята, еловых, это чуть-чуть совсем здесь. Уже много что в медвежьих вольерах. Сень. Сенечка, как всегда, смотрит. Алён, даже не отвлекаю, промелькиваю. Так, ребята, елок резали, опилки всовали, снег гребли. И с Новым годом! С Новым годом! Ну вот Миша, они сейчас бокс устроят. Оп! И снова Коля? Снова здравствуйте. Сейчас, ребятки, я как могу здесь опилки фасовать, фасованные кладут. Традиционно здесь ягель. Вон все убрали, разгребли. Все убрали. А здесь Лёма с Умой. Да, Лёмень, ты тут, ты. Умка. Умке тоже сегодня веток еловых принесли. Он уже себе в домик несколько затащил. Да, Умка? Ты умница. Ты умница. Ой, сейчас. Машка с Дашкой тоже ветки потащили. Уже, наверное, себе все затащили. Да, все в домик унесли. Ум, давай у тебя там последние ветки тоже уноси. Так. У нас ребята тут фасуют еще сено сюда, заносят от неделю кормления копытным. Ну что, олень, олень. Весь лизунец уже слезали. Сегодня новый привязывали. Вот он. Уже и Люма, и олени уже его полезали. Вот новая гималайская соль. Так. А Гензель. Ты красавец. Тоня спит, не выходит, следов нет. Потапа выглядывает. Вон ему там положили еловые веточки, но пока их не забрал. Дальше полетели опять снегопад. Видео такое мутное немножечко может быть. Но у нас вот как с четверга снегопады начались. Так вот сегодня воскресенье. Снег сыпется, сыпется. Мы все убираем, убираем, все сыпется. Стройка Машиного Дашиного вольера все идет, несмотря ни на снегопад, ни на что. Вон ребята все сваривают. Дальше полетели. Так, все, спорить что ли? А перчатки можно? Перчатки можно на крыльцо положить. А есть? Да. Это не под камеру. Туалет есть. Как повернешь направо, зеленый домик с надписью туалет. Так же, ребятки, молодцы, помогли много. Очень он все в опилках уезжает сейчас. Так. Сейчас мы дальше. Вон веточки, которые сегодня резали, вон лосята как раз едят, едят. Дальше.
снегопад все сильнее и сильнее. Вон все вышли. Гоша, Бусина, Тори. Ну, скажем, не холодно, хорошо. Мальчишки. Гошка. Вон Олег дальше убирает. Вон Коля грибет. Наташа дальше мастер устроит. Ребята вон здесь опилки фасовали. Нам еще привезли на январские. Достаточно большое количество. Так что еще фасовать, не перефасовать. Здесь ребята ягель фасуют. На тележках увозят, показывала куда. Там дальше Богдан сено фасует. Тоже увозит. А я из видеокамеры еще. Не видно все. И дальше. Ой, снега очень много. Сейчас я, чтобы Олегу не мешать. Вот так. Снег убираем. О-о-о. Еще хотела сегодня показать. Вдруг кто он не видел. Сейчас. Каждый раз думаю, обязательно покажу. Сейчас. Сейчас мы еще пройдем по центру. Вон здесь как чистенько везде. Чисто. Сеня, мы снова мимо тебя ходим. Приветенько. Так, дальше. Так, Вук. Он Вук бегает. Ока. Маня в домике. Рика. Алиса. Вот они, красавица. Так. Ну, хвостик с хвостиком. Носику с хвостиком. Веток сегодня много. Вот ребята, когда мы приветы передавали, как раз очень много сегодня елок нарезали. Так что вот носику с хвостиком, вон они тут нагрызли. Домики, как всегда, все уже перефасовали, все овощи, фрукты. Булку перебрали. Надеюсь, Саша. Хвостик задумался. Мой хвостик. Так, что хотела показать. Дальше идем. Гималайцы. Гималайцы сегодня чуть-чуть высовывались. А хотела я показать вот этот замочек. Я не знаю, надо, скорее всего, кто-то из вас, ну, большинство, наверное, а может нет, читала несколько постов. У нас были вот на тему этого чудесного свадебного замка, который у нас висит на вольере с гималайцами. Это в июне прошлого года у ваших друзей центра. У нас здесь в центре была свадьба. Мы ее специально сделали здесь для них. Ну, в таком небольшом камерном, нешумном варианте, чтобы животным не мешать. Вот. И сейчас, ребят, все хорошо. Прибавление в семействе. Все, что прогнозировал наш аист, все так и есть. Так что добро пожаловать, друзья центра. Если вы действительно друзья центра, мы будем рады сыграть вам свадьбу в Велесе. Полетели дальше. А мы, наверное, завершим наше видео на вот таких сосульках, которые мы постоянно на всех домиках сбиваем. Они постоянно вырастают. Мы их сбиваем.
Где Алисин домик? Алиса из-за снегопада в домике. И завершаю наше видео. Снегопад все сильнее.